Добрый день! Вы на канале Хобби МК. Прекрасным подарком на выписку из роддома является плед для новорожденного. Я предлагаю вам вариант нежного и довольно простого пледа на основе бабушкиного квадрата. Вязала я его из ниток Ализа Супер Лана Тик, крючком 1,75 мм, в две нити. При моей плотности вязания бабушкин квадрат из 66 рядов получился размером метр на метр. Окончательный размер пледа с каймой 110 на 110 сантиметров. В моем варианте кайма имеет раппорт узора 16 петель. Итак, приступаем к вязанию. Вяжем цепочку из 5 воздушных петель и соединяем их в кольцо соединительным столбиком. Дальше провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки. И повторяем эту комбинацию еще 3 раза. Завершаем ряд соединительной петелькой. Переходим на следующий ряд тремя соединительными петельками. Получилось, что мы начинаем вязать с уголка из 2 воздушных петель. В цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки и еще раз 3 столбика с одним накидом. Точно так же провязываем во второй, третьей и четвертой цепочке из 2 воздушных петель 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Завершаем второй ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Переходим на третий ряд тремя соединительными петельками, которые выведут нас на цепочку из 2 воздушных петель. Дальше в каждом из рядов продолжаем провязывать в уголке в цепочке из 2 воздушных петель комбинацию 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Между группами из 3 столбиков с одним накидом провязываем 3 столбика с одним накидом. Здесь есть два варианта. Можно провязывать за 2 передние стенки петли, но тогда плед будет вязаться быстрее, но будет рыхлее. Я же вязала просто между столбиками, тогда плед будет немножечко плотнее. Завершаем второй ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Чтобы сохранился раппорт узора, я провязала 66
рядов бабушкиного квадрата. Дальше я перешла на кайму. Привязываем нить контрастного цвета. У меня это бирюза. И делаем обвязку столбиками без накида. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем по одному столбику без накида. В каждой цепочке из двух воздушных петель провязываем 3 столбика без накида. Второй ряд провязываем по схеме. По одному столбику с двумя накидами в каждом столбике предыдущего ряда. А в угловой столбик нужно провязать комбинацию из 7 столбиков разной величины. Сначала провязываем столбик с двумя накидами, потом полустолбик с тремя накидами, столбик с тремя накидами, полустолбик с четырьмя накидами, столбик с тремя накидами, потом полустолбик с тремя накидами, столбик с двумя накидами и все. Всего получается в каждом уголке 7 столбиков с различным количеством накидов. Третий ряд каймы представляет собой обвязку столбиками без накида в каждый столбик предыдущего ряда. В каждом угловом столбике провязываем 2 столбика без накида. Таким образом у нас сохранится кратность нашей каймы. Переходим на четвертый ряд. Четвертый ряд нужно отсчитать петли таким образом, чтобы на каждый уголок у нас приходилось 3 столбика без накида. Вокруг этих столбиков у нас будут провязаны столбики без накида. А над этими 3 столбиками без накида будет цепочка из 5 воздушных петелек. Продолжаем так чередовать. Цепочка из 5 воздушных петель. Пропускаем 3 столбика без накида предыдущего ряда и в четвертый провязываем столбик без накида. Снова цепочка из 5 воздушных петель. Пропускаем 3 столбика без накида предыдущего ряда и провязываем столбик без накида.
Совершаем четвертый ряд обвязки с соединительной петелькой в первый столбик ряда. Пятый ряд обвязки у нас должен начинаться вот здесь, посередине цепочки из 5 воздушных петелек. Поэтому нам нужно будет сделать 3 соединительных петельки по цепочке, так, чтобы мы вышли на середину цепочки. Теперь берем угловую цепочку, вот она, и за нее провязываем 12 столбиков с 2 накидами. Дальше в следующую цепочку из 5 воздушных петель провязываем столбик без накида. Дальше цепочка из 5 воздушных петелек. И снова столбик без накида за следующую цепочку из 5 воздушных петель. Еще одна цепочка из 5 воздушных петелек. И снова столбик без накида за следующую цепочку из 5 воздушных петель. После этого нам нужно провязать в следующую цепочку из 5 воздушных петель 8 столбиков с 2 накидами. 1, 8. Аккуратненько распределяем эти 8 столбиков по цепочке и в середину следующей цепочки провязываем столбик без накида. Вот у нас получился такой фистончик сбоку и такой фистончик в уголке. Обратите внимание, между фистончиками мы провязываем 2 цепочки из 5 воздушных петель. Итак, набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. В серединку следующей цепочки делаем столбик без накида. Снова 5 воздушных петелек. В середину следующей цепочки делаем столбик без накида. 2 цепочки провязано. И в следующую цепочку из 5 воздушных петель снова провязываем фистон из 8 столбиков с 2 накидами. Так вяжем до конца ряда, завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Еще раз давайте пройдемся по узору. В каждом уголке за цепочку из 5 воздушных петелек мы провязываем 12 столбиков с 2 накидами. Между фистончиками мы провязываем 2 цепочки из 5 воздушных петель, закрепляя их на середине цепочек предыдущего ряда столбиками без накида. По стороне мы провязываем фистончики из 8 столбиков с 2 накидами, 12 в уголке, 8 по сторонам. Мы завершили пятый ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Теперь шестой ряд обвязки мы должны начать вот отсюда. Для этого нам нужно отступить назад соединительными столбиками. Я делаю 3 соединительных столбика. Так. И дальше провязываем столбик с 2 накидами в каждый столбик с 2 накидами предыдущего ряда. И между столбиками с 2 накидами мы делаем воздушную петельку. Воздушная петелька. Следующий столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. Еще один столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. Итого всего в уголке у меня будет 12 столбиков с 2 накидами и 11 воздушных петелек между ними.
провязано 12 столбиков с двумя накидами, с воздушными петельками между каждым столбиком. Дальше делаем столбик без накида в середину цепочки из 5 воздушных петель предыдущего ряда. Снова делаем цепочку из 5 воздушных петель. Столбик без накида в середину следующей цепочки предыдущего ряда. И мы подошли к следующему фестончику, который идет по боковинке нашего полотна. Сюда точно так же провязываем по одному столбику с двумя накидами, в каждый столбик с двумя накидами предыдущего ряда. И между столбиками провязываем по воздушной петельке. Провязано 8 столбиков с двумя накидами и 7 воздушных петелек по одной петельке между каждым столбиком. Дальше делаем столбик без накида за середину цепочки из 5 воздушных петель предыдущего ряда, цепочка из 5 воздушных петелек, столбик без накида за середину следующей цепочки предыдущего ряда и снова повторяем фестончик из 8 столбиков с двумя накидами и воздушными петельками между ними. Итого, в каждом уголке у нас будет по 12 столбиков с двумя накидами, с воздушными петельками между ними. А по бокам будут фестончики из 8 столбиков с двумя накидами, с воздушными петельками между ними. Между фестончиками у нас теперь будет помещаться только одна цепочка из 5 воздушных петелек. Завершаем ряд соединительным столбиком в первый столбик ряда. Мы завершили шестой ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда и переходим к седьмому, последнему ряду обвязки. Начинать мы его будем вот здесь, с цепочки из 5 воздушных петель, но нам надо перейти к серединке, поэтому мы делаем задом наперед 3 соединительных столбика. Один, два и последний соединительный столбик, 3. Вот я перешла на середину цепочки. Дальше делаем воздушную петельку, накид. И вот здесь между двумя столбиками с двумя накидами, там где у нас одна воздушная петелька, вводим крючок и вытягиваем петлю. Провязываем 2 петли с крючка. Оставшиеся 2 петли на крючке оставляем непровязанными. Снова делаем накид. В то же место вводим крючок, вытягиваем петельку, провязываем 2 петли с крючка. На крючке 3 петли. Накид. В то же место вытягиваем петельку, провязываем 2 петли с крючка. На крючке 4 петли. Провязываем 4 петли за один раз. У нас получился пушистый столбик с одним накидом из 3 столбиков. Фиксируем пушистый столбик воздушной петелькой. Дальше делаем 1, 2, 3 воздушные петли. И в третью воздушную петлю от крючка делаем соединительный столбик. У нас получилось пико из 3 воздушных петелек. Делаем еще одну воздушную петельку. И дальше нам нужно провязать еще один пушистый столбик из 3 столбиков с одним накидом. Делаем накид, вытягиваем петельку, провязываем 2 петли с крючка. Накид в номер 2, вытягиваем петельку номер 2, провязываем 2 петли с крючка. Накид номер 3, петелька номер 3, провязываем 2 петли с крючка. Все петли с крючка провязываем за один раз, фиксируем пушистый столбик воздушной петелькой. Дальше делаем пико 1, 2, 3 воздушные петельки, отсчитываем 1, 2, 3 в третью воздушную петлю от крючка, делаем соединительный столбик. Вот у нас пико из 3 воздушных петель. Делаем воздушную петельку и снова мы должны сделать пушистый столбик. Итого мы должны сделать в уголке 11 пушистых столбиков, между которыми воздушная петелька, пико из 3 воздушных петель и воздушная петелька.
Продолжаем вязать. Провязано 11 пушистых столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Между ними провязано 10 пико, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь после пушистого столбика у нас провязана воздушная петелька, которая его закрепляет. И мы сейчас делаем столбик без накида за середину цепочки из 5 воздушных петель. Вот так. Теперь делаем воздушную петельку. И в следующем фестунчике между двумя столбиками с двумя накидами, вот здесь, где у нас воздушная петелька, снова делаем пушистый столбик. Фиксируем пушистый столбик воздушной петелькой, делаем пико из 3 воздушных петель, воздушная петелька, и в следующую воздушную петлю между двумя столбиками с двумя накидами провязываем еще пушистый столбик. Фиксируем его воздушной петелькой, снова пико, после пико воздушная петелька и следующий пушистый столбик. Таким образом, в фестончике, который идет вдоль края нашего пледа, будет по 7 пушистых столбиков, и между пушистыми столбиками будут пико, воздушная петелька, пико, воздушная петелька. По краям фестонов у нас будет до пушистого столбика воздушная петелька, потом столбик без накида в арку из 5 воздушных петель, воздушная петелька, и будет идти следующий пушистый столбик. Таким образом провязываем до конца ряда. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда и обрезаем ниточку. Дальше я взяла 4 отрезка атласной ленты сантиметровой толщины. По длине эта ленточка должна равняться ширине пледа плюс 20 сантиметров, и каждую из этих ленточек я пропустила через второй ряд обвязки. С лицевой стороны пледа оставляла 1 столбик, а с изнаночной 2 столбика с двумя накидами. Кончики атласной ленты я завязала бантиками на двойной узел, чтобы они держались крепко. Дальше я аккуратно обрезала ножницами края ленты и опалила их над свечой, чтобы лента не распускалась. Вот и готов плед для новорожденного малыша на выписку. Если вам понравился этот мастер-класс, не забудьте поставить лайк и проверить, оформлена ли у вас подписка на мой канал. Всем большое спасибо за внимание. До свидания!